Здравствуйте, мои дорогие зрители! Продолжаю наш летний московский стрит-стайл и еще хотела обсудить с вами некоторые волнующие меня вопросы. Но для начала поговорим про такой модный предмет гардероба, как жилетка. Здесь еще, видите, зеленая подкладка такая. Так вот, жилетки вытесняют практически все в нашем гардеробе. Футболки, майки. Если вы носите жилетку на голое тело, можно надеть с рубашкой, и она заменит вам жакет. Либо, если вы стесняетесь голых рук, можно надеть вниз какой-то лонгслив. Вот здесь вот я его заметила только на экране, потому что цвета нюд лонгслив, и как будто бы жилетка надета на голое тело. Красный брючный костюм и простая белая блузка выглядят очень нарядно. В данном случае это, конечно, никакой не пиджак, это жакет. Меня иногда поправляют. Для меня пиджак и жакет – это разные предметы женского гардероба. Вот эта дама уже мелькала в одном из моих роликов на основном канале. И там она кому-то понравилась, потому что одета она очень оригинально. Здесь смешение фактур и монохром. Но многие высказались против ее курения, сказав, что стиль и курение несовместимы. Забыли, наверное, про Коко Шанель, которая является иконой стиля. Также многие звезды, которых вы сейчас видите на экране, тоже курят, и тоже к их стилю нет никаких претензий. Вообще, мне кажется, что люди, которые такое пишут, они никогда не были молодыми, не пили, не курили, не ходили по дискотекам и, возможно, до сих пор девственны. А мне нравится еще вот эта дама, как одета. Здесь тоже и многослойность, и красивое смешение цветов. Все здесь прекрасно, кроме того, конечно, что она курит. Не знаю даже, как вы это переживете. Ну, молодцы, что не курите. Курение вредит вашему здоровью. Еще одна девушка, которая получила неоднозначные комментарии. Кому-то она очень понравилась, кому-то нет. Кстати, насчет укороченных брюк. Видите, как быстро мы отвыкли от укороченных брюк. А когда-то только такие и носили. Кто-то принял ее за мальчика. У нее, между прочим, грудь. А укороченные брюки зато хорошо показывают тонкие щиколотки и носки с каким-то узором. А вот такие кроссовки на танкетке. Я, конечно, не знаю, может быть, они опять вошли в моду. Но я такого не слышала. Напишите, если кто-то более вовлечен в модные показы. Но это вообще-то носили очень давно. А здесь посмотрите, как интересно получилось. Одномоментно в кадр попали двое розовых брюк. Ну, одни, конечно, такие более актуальные, широкие. Девушка очень своеобычная, особенно ее прическа. Ну и дважды она попадала ко мне в кадр, поэтому мы можем сравнить два комплекта и получить хоть и отдаленное представление об ее стиле. Мне кажется, она не изменяет себе, одевается так довольно выразительно, актуально, необычно. Ну и, собственно, есть в кого, мне кажется, это ее мама, и ее комплект достоин отдельного рассмотрения. Видит такой творческий подход к своему гардеробу и к своему стилю. Очень тоже такое платье необычное, обувь очень актуальная. В общем, очень интересная мама с дочерью. Красивая, жизнерадостная блондинка с прекрасной фигурой и такой классической красотой. Я боюсь, что сейчас опять начнутся комментарии, что одета она не для города. Но опять же вспоминаем себя молодыми. Лично я носила мини, декольте. Ну и вообще выглядела временами как девушка с низкой социальной ответственностью. А ну а когда, как не в молодости? Вот идеально одетая троица. Мне кажется, здесь даже не к чему прицепиться. Но так можно одеться и в 40, и в 50 лет. Собственно, даже я и комментировать здесь ничего не буду. Вот эта парочка, прости господи, курящая, мне очень нравится, особенно девушка в юбке. Видите, какая необычная модель, ботинки. Хотя, конечно, в брюках выглядит даже ярче.
У нее еще лонгслив повязан на бедрах. Это такая модная сейчас деталь. И создается еще и многослойность. Видите, он сзади там черный болтается. Ну и опять противовес. Такие две строго одетые девушки. Ну, почти строго. Мини же сейчас уже никого не удивишь. У них и походки степенные. Жду от вас комментариев, лайков, обратной связи. До новых радостных встреч. Всем пока.